Слободюк Юлия Александровна. Я работаю в муниципальном бюджетном образовательном учреждении школа номер 140 города Донецка. Я окончила Бердянский государственный педагогический университет и получила высшее образование по специальности логопед-дефектолог. Мой педагогический стаж 4 года. В основном мои воспитанники – это дети с задержкой психического развития и нарушениями речи. Моя работа направлена на коррекцию звукопроизношения, развитие связной речи и фонематического восприятия, на формирование грамматического строя речи, а также на профилактику нарушений письма и чтения. В комплексе с классическими приемами и методами логопеда также я использую и следующие. Дыхательная гимнастика, которая стимулирует работу мозга. Зрительная гимнастика, которая снимает напряжение с глаз. А также упражнения на релаксацию, которые снимают напряжение с шеи и органов артикуляционного аппарата. И еще кинезиологические упражнения, которые улучшают мыслительную деятельность и синхронизируют работу полушарий. А сейчас вы увидите фрагмент занятия с ученицей второго класса Настей. Оно направлено в первую очередь на дифференциацию шипящих звуков ш-ш, а также на развитие грамматического строя речи, связанной речи, формированию правильной слоговой структуры, на развитие логики, внимания и ориентации в пространстве. Настенька, проходи. Послушаем. Давай мы посмотрим с тобой картинки и вспомним название всех времен года. Скажи, вот это какое время года? Осень. Это? Зима. Весна. И? Лето. И лето. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а сейчас у нас какое время года? Зима. Зима. А как ты поняла, что сейчас зима? Потому что на улице делается холоднее. На улице холодно и выпадал уже первый снег, да? Да. А давай сейчас мы поиграем с тобой в игру «Да или нет». Я буду называть тебе слова, а ты скажешь, относится оно к зиме или нет. Нужно отвечать «да», «нет». Хорошо. Снег. Да. Правильно, снег относится к зиме. Клубника. Нет. Нет. Дождь. Да, но более менее. А больше к чему дождь относится? Дождь у нас больше осенью, поэтому к зиме он не относится. Санки. Да. Правильно. Лыжи. Да. Панамка. Нет. Нет. Листопад. Нет. Новый год относится к зиме? Да. Правильно. А теперь давай повторим, какие же слова относятся к зиме? Какие ты запомнила? Санки. Санки. Новый год. Новый год. Что еще? Снег. Правильно. Лыжи. Еще раз давай скажем. Лыжи. Лыжи. Хорошо. Варежки. Варежки. Молодец. А сейчас мы с тобой узнаем, какое же еще зимнее слово мы с тобой забыли. Для этого тебе нужно пройти лабиринт. Посмотри. Какая буква идет к цифре 1? Веди мышкой по дорожке. Какая это буква? Ё. Нажимаем на красный флажочек. Выбираем, какая была буква? Буква Ё. Хорошо. Второе. Второй. Буква. Нажимаем на зеленый флажочек. Вот он. Выбираем буква Л. Вот так. Я уже поняла, какое слово.
нажимаем на синий флажочек, выбираем букву К. И последнее, четвертое. Нажимаем на желтый флажок, буква А. Какое слово получилось? Прочитай еще раз. Елка. Молодец. Нажимаем на синий кружочек галочку. Читай. Браво, ты верно выполнила задание. Молодец. Окей. Посмотри, какие у меня есть елочки. Давай мы назовем с тобой все названия игрушек, которые на ней. Возьми камушки. Что нарисовано на этой игрушке? Одна шишка. Посмотрим в зеркало. Одна шишка. Одна шишка. Одна шишка. Хорошо. Берем камушек такого же цвета. Две шишки. Улыбаемся. Еще раз. Две шишки. Хорошо. Один мешок. Один мешок. Берем камушек. Три мешка. Отлично, накрываем. Две. Две машины. А еще раз давай четко. Две машины. Твердо. Машины. Еще раз. Машины. Хорошо. И последнее. Пять машин. Молодец. Настя, посмотри, к нам пришел в гости Дед Мороз. И у него есть мешки. Назови, какие буквы на этих мешках? Ш и Ж. А что должно лежать в мешках у Деда Мороза? Подарки. Подарки, хорошо. Смотри, вот здесь есть подарки. Нам нужно четко назвать, что это за подарок, и положить его в нужный мешок. Держи. Что это? Машина. Смотрим в зеркало. Машина. Машина. Какая буква в слове Ш или Ж? Ш. Ш. Кладем в нужный мешок. Хорошо. Берем следующий подарок. Что это? Мишка. Миша. В какой мешок положим? Там, где машина. Там, где буква Ш. Ш. Хорошо. Дальше. Что это у нас? Большой утюг. А если маленький игрушечный, то это утюжок. Громче давай. Утюжок. Утюжок. Буква Ш или Ж в слове? Ш. Следующий подарок это варежки. 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 Буква Ж. Ж. Кладем мешок с буквой Ж. Хорошо. Бери следующий подарок. Это шуба. Шуба. В слове шуба буква Ш или Ж? Ш. Кладем мешок с буквой Ш. Лыжи. Еще. Ж. Буква Ш или Ж в слове? Ж. Правильно, кладем мешок с буквой Ж. Следующий подарок. Ножницы. Ножницы. И последний подарок. Шампунь. Шампунь. Буква Ш. Хорошо. Сколько много подарков, да, получилось? Давай завяжем их. Угу. Затягивай вот так. Угу. Вот так. И отправим их вместе с Дедом Морозом. Ты молодец, Настя. Ты сегодня отлично справилась. Мы в твою тетрадку из нашего волшебного сундучка возьмем наклейку и поставим тебе акцент. У тебя оценка сегодня класс. Ты молодец. Спасибо. Не за что. До свидания. До свидания. Возьми.